Сегодня по поручению президента в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств всех глав регионов обсудим ситуацию с коронавирусом. Новый штамм вируса, омикрон, стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью, это демонстрирует опыт других государств. В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотни тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в Соединенных Штатах Америки. Такие цифры нас не могут не беспокоить, и ведь омикрон пришел и в Россию. Не только в столицу, но и в другие регионы. Это мы уже видим по статистике заболеваемости. В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости – не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с дельтой. Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий. Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. А сейчас руководителям субъектов Российской Федерации важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медицинских учреждений и службы скорой помощи и горячих телефонных линий, привлечения студентов, волонтеров и взаимодействия с людьми старшего возраста. Нужно сделать все возможное для защиты наших людей.